Региональный департамент образования докладывает о поступлении новых средств. Благодаря участию во всевозможных федеральных проектах и программах, Ивановская область получила более 316 миллионов рублей. Эта сумма будет направлена на строительство, реконструкцию и ремонт зданий детских садов. Известно, что к выделенным из федеральной казны средствам добавится еще 100 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти вложения в комплексе позволят в 2014 году создать 1693 новых места, благодаря чему очередь из малышей с 3 до 7 лет будет полностью ликвидирована.